Я просто твой огромный фанат. Люблю тебя, бро. Еще увидимся. Задаем. Тони Фергюсон выдержал просто сумасшедшие удары. Был ли ты удивлен этим фактом? Потому что чем только ты по нему не попадал. Я сам наполовину мексиканец, я знаю, кто такой Эль Кубуй. Я не был удивлен. Итак, скажи, ты был удивлен, что он не постучал на этот армбар? Нет, я не был удивлен. Он ведь чемпион. Бывший временный чемпион дивизиона. Я знал, что он сильный, он не постучит. Да, там что-то порвалось. Тони просто крикнул и затем глянул на меня, будто ничего не произошло. Я подумал, окей, попробую еще раз. И затем он выбрался. Со мной Тони Фергюсон вышел биться. И тебе нужно найти что-то внутри себя, и мне удалось сделать это и выиграть.